בוקר טוב, שלום לכם, שבוע טוב ומבורך, שיהיה דברי תורה ונשמת כל התלמיד. שכרת המצר, רוחת המצר, רוחה שמעך, אסתר בת אמר, כתבה שרה, ורצת בת שומת, יא בן רחל. השניים ספרים מהלכות שבועות, בעזרת השם נעשה את השם נזלי, ואז כביסני ראש המות פרזניק שבועות, גברית הלכה, פרד מלית וערבית, ונעשה בריצ'ית, שתת למצב לדוד מזמור שיר, יקום אלוהים, יפוצו אויביו. תהילים 68 גלבה. 18, מי גברים נעל האש, אתה בחרתנו. И заканчиваем это благословение. Баруха та Ашем, Мекадеш Исраэль вэхазэманим. На все праздники говорим. Но если человек сказал Баруха та Ашем, Мекадеш Исраэль, вэхазэманим забыл, проглотил, пропустил, митцву он исполнил, повторять молитву не должен. Сказал Мекадеш Исраэль, вышел. Но, конечно, нужно говорить правильно по сидуру Мекадеш Исраэль вэхазэманим. Дальше гадараха. Если еще вот выпадает на Муцей Шаббат, то мы знаем, мы читаем там Бетудену, это вместо Атаху Нантану, если выпадает на субботу вечером, если он забыл, посредине благословения возвращается, если уже начал благословение, то не возвращается, потому что мы Маабдала говорим также над бокалом вина, и с этим мы разделяем. В этом году с этим у нас проблем нет. Дальше говорит Алаха. Человек, который молится Лаш, и пришел до Мудим, когда Амахазыщик на то лицион, и хочет сказать Мудим, а потом вспомнил, говорит, я сказал Лаш, я алеба его. А после Ялева его я продолжил праздничную молитву, или как обычно, как Хамахазиршин Толецион, и он не помнит, что ему делать. Говорит, Араха должен снова вернуться на молитву праздничную и начать Вегасиену. Продолжить ее до конца и потом закончить Макадеш Исраэль Вегазамани. И даже есть сомнения, закон сомнения в благословении к Шмонайсре не относится, потому что если он неправильно сказал, то он не помолился. Поэтому он должен вернуться, потому что, скорее всего, он начал Ата Бехартану, он начал, как обычно, вернее, на Мудим, по ошибке, если он не читал Пасидуру, поэтому возвращается и снова говорит это благословение так, как надо. Это Амида. Да, Шавуот будет. А? Шавуот будет следующее воскресенье вечером. Дура, включаю. Два дня. Понедельник и вторник. Гулисур. Дальше. То, следующий раз говорит так. Утром в Шавуот, после того, как мы зарадашем всю ночь, мы будем здесь с вами заниматься. Мы встаем и делаем нетилят ядаем с кружкой, но без благословения, потому что мы не спали. И так как есть у нас сафек брахот для акель, есть сомнение в благословении, нужно говорить. Некоторые мудрецы говорят нужно, некоторые говорят не нужно. Это благословение мы пропускаем. Дальше говорит Араха. Ахана тилят ядаем мебархим элюкайна шамо. После этого, как мы сделали на тилят ядаем, мы все утренние благословения благословляем, несмотря на то, что мы не спали. Мы все благословляем с именем Всевышнего, кроме одного, как мы сказали, кроме на тилят ядаем. Потом человек сходил в туалет, говорит ашер яцар, элюкай и так далее. У ашкеназим другой обычай. У ашкеназим обычай, они все утренние благословения сами не говорят тот, кто не спал. Они ищут человека, который ночью спал, он говорит благословение, они слушают его и отвечают амин. У нас обычай, мы все благословения говорим, и поэтому у нас проблем с этим нету и не будет. Поэтому мы говорим все благословения. Бедрат Ашем, дальше продолжим завтра. Баруха Дунай Ле Олам. Амин. Амин. А что делать?